Оксана Пушкина второй раз приезжает в мамин дом. Это уникальное пространство, в котором мамы могут заниматься разными творческими направлениями вместе со своими малышами. Супермамочки в ходе диалога задали самые острые вопросы. Мам волнует возможность, будучи в декретном отпуске, не терять свою квалификацию. Их волнует, знаете, безусловно, пособие. Безусловно, и в этом случае государство делает, сегодня и сделало уже немало, да? И Государственная Дума работает над тем, чтобы принять как можно больше законов, которые бы поддерживали материнство, родительство. У каждой мамы своя история и свой круг интересов. Оксана Пушкина с подобными проблемами сталкивалась и в своей жизни. Ведь она тоже мама, а с недавнего времени еще и бабушка. Депутат поделилась своим опытом решения некоторых вопросов и отметила, что в мамином доме потрясающая атмосфера. Хочется приходить сюда снова и снова. Мы сегодня обсуждали о том, что в нашем мире огромное количество сегодня агрессии. Но вот если не будет таких вот маленьких зон, а может быть и не маленьких, а может быть их надо уже увеличивать, потому что отсюда идет все самое светлое, все самое доброе, потому что очень правильные женщины, очень правильно воспитаны, очень правильно, скажу слово такое, заточены на эту современную жизнь. Не только мамочки обратились к депутату. Оксана Пушкина, в свою очередь, поинтересовалась мнением супермамочек об изменениях в законе декриминализации домашнего насилия и открытии бэби-боксов. Конечно, сегодня было большое количество вопросов, многие вопросы требуют решения, поэтому будем составлять письма еще. Но я думаю, что мамы, кто сегодня присутствовали, довольны тем, что на некоторые вопросы получили ответы, на некоторые обменялись почтами, и дальше будет работа, чувствуется поддержка, это очень важно. Вот уже 3 года супермамочки помогают друг другу в разных жизненных ситуациях. Залог их успеха – единство духа и чувство дружеского плеча. По мнению Оксаны Пушкиной, подобный опыт должен быть растиражирован по всей Московской области. Мы, конечно, очень хотим, чтобы такой мамин дом, вот наша такая площадка, была в каждом муниципалитете, потому что для мам это действительно очень важный аспект, да, что мама может прийти с ребенком, заниматься и саморазвитием, да, и даже просто общаться. Это для мам в декрете очень важно. И что ребенок находится с ней, не отрываясь от мамы. Поэтому я думаю, что скоро супермамочки будут появляться в разных других городах Подмосковья. По итогам встречи решено написать официальное обращение по вопросам работы бассейна для детей с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство мам после декрета, пособие по уходу за ребенком. Все эти проблемы теперь на личном контроле депутата Госдумы. А супермамочки ждут их скорейшего решения. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».